И себе что я взяла? Греческий йогурт, но я уверена, Даниль у меня и это отожмет. Все, что ем не я, он у меня отжимает. Себе ппшную вот эту штучку. Вот это вообще спрячу. Тоже это ппшная. Вот мне это ппшная. И хлебец мне. Но хлеб ест, а Мир, короче, сейчас ест все ппшная. И Данильчику еще вот такую растишку. И фруктов очень много придется купить, а потом вам покажу. Это просто так, знаете, вот то, что вы видите, думаете, ой, одни вкусняшки. Это потому, что в обычном магазине можно купить вот эту вот всю фигню. А в экомаркете это все, ну, там только нормальная пища продается, понимаете? Это из-за этого я взяла, дети такое тоже хотят. Вот это вот, они считают, что это очень полезно по утрам. Вот, а кириешки я не брала, наверное, год. Детям. Вот взяла их побаловать, так сказать. Праздник. Понимаете?